Вот так вот выглядит колодец. Есть тут лосиные следы с этого края. Лосиха, наверное, с лосятками сейчас там перейду, там вроде покрупнее следы. Все, только дождей нету, погода потеплее, и вот на метр уровень воды пал практически. Зато есть куда фотоловушку опять поставить. Поставим на тот угол ее поглядеть. Что тут? Кто тут ходит? Какой там трофейный лосик все-таки. Вот и он, копытца. Их только-только мне хватает. Вот, больше ладошки. Будем надеяться, что он сюда часто ходит. И фотоловушка сработает. Вот с этого угла еще он приходил. Вот такие дела. Всем здравствуйте. 13 августа сегодня. И у меня тут радость. У меня попали пчелки. Надеюсь, что попали. О, блин. Ловушка год провисела. И, короче, дырка в дне рассохла. Вот за 4 года третий рой на этом дереве. Наверное, или за 5 лет третий. За 4, наверное. Был я где-то, наверное, неделю назад, смотрел, не было, еще переставил ее маленько под другим углом. Вот такие дела. Но сегодня, наверное, приеду, тогда заберу. Всего 3 ловушки у меня в лесу стоит. Одну я позавчера мимо на коне проезжал, она там у меня 4 года не снимаясь уже. Стоит. Специально ее на вороне неудобно забирать. А на машине специально ехать туда нет дороги. Так, надо, значит, съездить еще одно дерево поглядеть. За все время. Это у меня 5-й рой. На 2 деревьях я. 2 на этом было, 2 на другом. И вот 5-й. На этом. Ну, вот так вот.